В общем, при пабе. Большой, кстати, паб. По размерам. А ты предлагаешь мне на улице сесть, да, Андрей? Да? Давай. Да, прекрасно. Папа, детская площадка. Прекрасное место. И новый столик. Новый столик. То есть детская площадка бесплатная, в общем-то, да? Да. И батуты они ставят сюда, да? Да, да. Но батутов не, нету. Были стояли здесь там, в прошлом году мы были. Класс. Вот у нас так делали. Пап и play area. Как говорится, и папа пьян. И папа, идите счастливы. Надо пойти попросить это меню, наверное. Надо пойти заказать. Надо заказать там, потому что уже папе заказывают в бар. Что он там за домики? Вон там. Вот эти домики цветные. Я предлагаю Сандеру заказать. Да, у них уже будет все в комплекте. Пойти посмотреть. Ну что они предлагают? У вас как бы мясо с чем-то идет. Ну конечно, мясо ты выбираешь, там свинину, курицу, индейку, что-то хочешь. Ну, надо во всех заказать и все. В смысле, не каждый заказ. Ну каждый подарил, конечно. Мы с Сережей одну на троих съедаем. Ну какая птица. Это голубь такой огромный. Ну, в общем, приехали мы в паб, сейчас закажем, будем сидеть выпивать.